Мы сегодня присутствуем на 17-м конгрессе Российского общества онкоурологов. Так получилось, что во всех этих конгрессах я принимал участие. И я должен сказать, что, конечно, мы постоянно видим, насколько прогрессируют наши специалисты-онкоурологи в своих знаниях, в качестве тех работ, тех исследований, которые они докладывают, это видно невооруженным глазом. Все начиналось с маленьких залов, с небольшого количества людей, которые так или иначе занимались стыком онкологии и урологии. Это 90-е годы, трудное время для всех, для страны. И, конечно, в этот период решиться, это надо быть полным энтузиазма. Мой наставник, мой учитель Борис Павлович Матвеев согласился, что все-таки надо делать те шаги, которые уже сделано в Европе, в Америке, когда люди объединяются в общество по лечению рака. По-настоящему, не на бумаге, и хирурги, и химиотерапевты, и лучевые терапевты, морфологи вместе сидим, обсуждаем эти кейсы пациентов. Когда-то врач мог лечить все болезни. Онкоурология возникла на стыке двух специальностей. В первую очередь, это онкология и урология. Но сегодня любые медицинские специальности напрямую также сопряжены с молекулярно-генетическими исследованиями глубокими, с углубленным знанием биофизики, биохимии и так далее. Необходимо создание определенных площадок, где объединены специалисты, которые работают в этом направлении, но работают совершенно в разных областях. Это тесный круг единомышленников, которые занимаются и развитием помощи онкологическим больным, страдающим онкоурологическими заболеваниями, и формированием научной мысли, научные исследования, которые направлены на прогресс этой специальности. Да, мы спорим, иногда ожесточенно, но все это приводит к тому, что наука развивается, и качество помощи нашим больным растет. Наша отрасль является, ну я бы сказал, такой передовым флангом онкологии, потому что здесь наиболее быстро и, я бы сказал, наиболее эффективно внедряются вот те высокотехнологичные методы диагностики и лечения, которые разрабатываются вообще в онкологии. Вот в онкоурологии они в первую очередь внедряются, в том числе и методы высокоэффективной лекарственной терапии. Нам вот благодаря работе общества удалось сделать так, что вот в каких-то областях еще, может быть, те методы, которые стали доступны, еще как бы не широко не применяются, а в онкоурологии они уже становятся, ну, если не рутинными, то во многих регионах уже стандартными и широко применяемыми. В этом году секция молодых ученых получилась весьма успешной. Мы с вами видели, что не только онлайн присутствовало 400 человек на подключении, но и зал был полон, порядка 250-300 человек присутствовало на заседании, включая не только молодых, но и опытных урологов и онкологов. И это ли не успех для нас?
каждым годом эта секция будет приобретать все больше поклонников, но и самое главное, чтобы она приобретала все больше участников. Я присутствовал на подобной секции всех конгрессов всех последних лет, и на моих глазах эта секция развивалась, росла, становилась более интенсивной, более популярной, и сегодня был полон зал. Те номинанты, которые получили сегодня награды за лучший доклад, они получили, конечно, их заслуженно, но те, кто не получил, могли претендовать в равной степени на эту награду. Интеграция в это мировое сообщество, технологическое, медицинское, научное, оно необходимо. Для того, чтобы не отстать, для того, чтобы где-то быть даже впереди, но для этого надо понимать, где находятся все остальные. Общество существует уже достаточно давно, одно из самых старейших обществ нашей страны и, на мой взгляд, одно из самых успешных. Поэтому для РОУ я желаю только одного – это стабильности. Нас ничто не остановит.